Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг». Здесь мы рассказываем абсолютно все о БУ запчастях. А на складе компании «АвтоСтронг» 200 тысяч отличных запчастей. Посмотрите, сколько у нас оптики. А также у нас есть двигатели, коробки передач и все навесное оборудование. Ну а прямо сейчас мы расскажем о простом, надежном французском моторе. Итак, встречаем TU1JP. Двигатели TU – это семейство рядных четырехцилиндровых двигателей, которые выпускались с 1986 года. Это малолитражные двигатели объемом от 1,0 до 1,6 с алюминиевым либо чугунным блоком с одним либо двумя распредвалами, а также ремнем зубчатым в приводе ГРМ. Ранние двигатели имели карбюраторную систему питания, затем перешли на моновпрыск, а затем на распределенный впрыск топлива. Сегодня мы будем разбирать 1,1-литровый двигатель TU1JP, снятый Citroёn C2 2004 года. Интересная особенность данного двигателя, что он создан на основе алюминиевого блока с помещенными в него чугунными мокрыми гильзами. Модификации мотора TU1 производились с 96-го до 2016 года. Его устанавливали на Citroёn Saxo, на Citroёn Berlingo, также на два поколения C3. И, естественно, этот мотор получили соплатформенники Peugeot 106, 206 и партнер. Двигатель TU5 простой и надежный. Для долгих лет службы владелец должен вовремя менять ремень ГРМ и не экономить, то есть покупать и ставить дешевый ремень ГРМ. Также этот двигатель очень боится перегревов, потому что легко деформируется легкосплавная ГБЦ со всеми вытекающими последствиями в прямом и переносном смысле этого слова. Также с годами из-за повышенной температуры масло деградирует, твердеют маслосъемные колпаки. Нередко на двигателе TU1 ржавеет масляный поддон, так как в нашем случае. Если владелец вовремя заметит его плачевное состояние, то можно его заменить на отличный бэушный поддон из АвтоСтронга, либо почистить и закрасить свой. Бывали случаи, что масло просто вытекает из ржавого поддона. Хорошо, если это случится на парковке, а не в пути. Не стоит забивать на состояние поддона. Двигатель TU1 частенько подтраивает, а поиски причин неисправности не всегда приводят к успеху. Причин может быть много. Несмотря на то, что расход воздуха в данном двигателе контролируется датчиком абсолютного давления, просачивание воздуха через уплотнение впускного коллектора, уплотнение дроссельной заслонки, а также форсунок приводят к нестабильному холостому ходу. Ну а сегодня нам помогать будет гуру разбора. Итак, встречаем Павел. Здравствуйте. И мы начинаем нашу разборочку. Дроссельная заслонка двигателя TU1 приводится тросиком и поэтому оснащена датчиком положения и регулятором холостого хода. С заслонкой ничего плохого не случается. Ее рекомендуют чистить раз в 30 тысяч километров. Это благоприятно влияет на отклик мотора на педаль акселератора и на стабильность его работы. Также нужно чистить регулятор холостого хода. Его клапан и седло очень интенсивно загрязняются сажей и масляным налетом. В редких случаях может выйти из строя датчик положения заслонки из-за износившихся дорожек потенциометра. Тогда двигатель не будет развивать полную мощность при полностью нажатой педали акселератора, будут рывки при разгоне, а также двигатель может заглохнуть при резко отпущенной педали акселератора. Датчик положения заслонки, а также регулятор холостого хода продаются отдельно. Есть предложения как от китайских производителей, так и от европейских фирм.
Состояние датчика абсолютного давления заметно сказывается на работе двигателя TU1. Именно по показаниям этого сенсора ЭБУ формирует правильную топливо-воздушную смесь. Если датчик сильно загрязнен, то двигатель будет глохнуть после холодного запуска. Этот датчик легко снимается и чистится аэрозолью, ну, для чистки карбюратора. Также стоит осмотреть состояние пинов и, если надо, то тоже их почистить. Сильные пропуски зажигания фиксируются ошибкой P1336, и в большинстве случаев виновата катушка зажигания. Проверить вторичные обмотки можно, измерив сопротивление на контактах 1,4 и 2,3. В норме должно быть 14-19 кОм. Сопротивление первичной обмотки меряется между контактом 4 и пинами 2,3. В норме должно быть 0,4-0,8 Ом. Также катушка зажигания может пострадать из-за пробивания искры по ее корпусу, что не чинится, а также по изоляторам, которые можно поменять. На разбираемом нами моторе форсунок не оказалось, но, естественно, мы нашли подходящий на огромном шестиярусном складе автостронга. Форсунки на двигателе TU1 служат хорошо, никаких проблем не вызывают. А вот уплотнительные кольца пользуются спросом. Помимо оригинального недешевого комплекта на рынке есть много заменителей. Поэтому устранить утечки воздуха и топлива по форсункам можно достаточно бюджетно. Также форсунка, как правило, первой на этом двигателе может погибнуть из-за протекания охлаждающей жидкости из трубки, которая идет именно над первой форсункой. Поэтому не стоит забивать на текущую под капотом омывайку. Ремень ГРМ на двигателе TU1 подлежит замене каждые 90 тысяч километров. Если ремень рвется, то поршни и клапаны встречаются. В приводе нет никаких меток. Чтобы заменить ремень ГРМ, надо зафиксировать шестерню распредвала. Для этого в шестерне и в ГБЦ есть специальное отверстие для штифта. А чтобы зафиксировать коленвал, надо вставить штифт в отверстие в блоке цилиндров, которое находится за масляным фильтром. После этого можно снимать старый ремень и ставить новый. В двигателе TU1 отсутствуют гидрокомпенсаторы, поэтому проверять и регулировать тепловые зазоры надо каждые 90 тысяч километров. Очень хорошо совместить эту процедуру с заменой ремня ГРМ. Зазоры регулируются по японской схеме с помощью гаечного ключа и шестигранной головки. Номинальные зазоры для впускных и выпускных клапанов 0,2-0,4 мм плюс-минус 5 сотых. Из-за неправильных тепловых зазоров двигатель характерно стучит клапанами, а также хуже тянет. После регулировки тепловых зазоров двигатель едет бодрее и работает тише. Термостат двигателя TU1 – важная деталь, которая может испортить двигатель. Это хорошо, если из-за изношенного термостата или неправильно работающего двигатель не догревается. Гораздо хуже, если он может перегреться. Кроме того, замечено, что оригинальный термостат тоже может работать некорректно. При нагреве блока цилиндров до 90 градусов термостат может внезапно открываться и направлять контур блока цилиндров несколько литров холодного антифриза. Замечено, что такой алгоритм работы и внезапное охлаждение приводит к нарушению герметизации по прокладке ГБЦ. Так вот, если в морозную погоду ледяной антифриз хлынет в горячую ГБЦ и блок, то это приведет к их деформации. Заметить косяки в работе термостата можно по заметным скачкам температуры двигателя. Хороший термостат от хорошего производителя плавно открывается и плавно
пропускает антифриз в контур охлаждения блока цилиндров. Состояние кулачков – огонек, масляный налет не такой уж ужасный. Двигатель TU1 часто страдает перегревом из-за проблем с термостатом, а также системой охлаждения в целом. Перегрев приводит к нарушению уплотнения между головкой блока цилиндров и блока цилиндров. Из-за этого возникают самые разнообразные проблемы. Охлаждающая жидкость может попасть в цилиндры, также может попасть в каналы системы смазки. Газы из цилиндров могут накачать систему охлаждения. И масло и охлаждающая жидкость могут вытечь наружу по стыку ГБЦ с блоком цилиндров. На многих двигателях приходилось снимать ГБЦ и проверять ее и плоскость блока. Частенько они кривятся также. Некачественный антифриз может вызывать коррозию на плоскости ГБЦ. Также высокая температура двигателя приводит к задубению маслосъемных колпачков. И тогда этот двигатель может есть несколько сот граммов масла на 1000 километров. По наличию сажи на ГБЦ, выпускных каналах, на донышках поршней мы делаем вывод, что этот мотор обладал хорошим масляным аппетитом. А вот хон у цилиндров, как с завода, отлично просматривается. Цилиндропоршневая группа двигателя TU5 надежная и выносливая. Необходимость менять гильзы, поршни, поршневые кольца возникает очень редко. Кстати, они продаются отдельным комплектом по цене нескольких контрактных моторов. Также отдельно продаются поршневые кольца. Необходимость в их замене возникает, когда моторчик начал активно потреблять масло. И это как раз-таки наш случай. Все поршневые кольца залегли. Обратите внимание на конструкцию маслосъемного кольца. Такую конструкцию мы уже видели на моторах ТУ-серии. Маслосъемное кольцо является одной деталью. Здесь нет пружинного расширителя, то есть кольцо соскребает масло и является пружиной. Состояние шатунных вкладышей отвратительное. Уже начал откалываться слой. Коренные вкладыши оставляют желать лучшего. Мы видим износ. Коленвал более-менее уцелел. Про состояние гильз мы уже говорили. На проверку и в продажу. И состояние верхних коренных вкладышей печальное. В блоке нет маслофорсунок. Разборка закончена. И сегодня мы разобрали действительно неплохой мотор. Но его и многих владельцев часто подводила система охлаждения. Если вы хотите знать о моторах, коробках и БУ запчастях абсолютно все, обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт, покупайте у нас отличные запчасти и помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг».